Несколько лет назад постоянную прописку получил Урмарский краеведческий музей. Сегодня с его работой ознакомился глава республики. В год культуры здесь намерены открыть новые экспозиции. Фонд музея огромный. Здесь собрано более 5500 экспонатов. В выставочных залах вся история Урмарского района. Эту мебель когда-то производили на поселковой фабрике, которую основали предприниматели Курбатов и Белюкович. За товарами сюда приезжали гости из разных регионов России. Отдельная экспозиция посвящена еще одному предприятию – швейной фабрике. Собрали в музей и материалы об известных земляках. Картины народных художников, рассказы писателей, форма и награды героев Великой Отечественной войны. В собственном здании музей обосновался только 4 года назад. Раньше экспозиции размещались в помещениях школы, дома пионеров и даже магазина. Теперь в залах стало просторнее. В ближайшее время здесь планируют создать и этнографический двор. В нем будут выставлять предметы из быта сельских жителей. Глава республики эту идею одобрил. Напомню, что в год культуры в Чувашии запланировано проведение множества разнообразных мероприятий. Жители республики смогут стать зрителями международного балетного и оперного фестивалей, традиционного кинофорума, фестиваля мордовского народного творчества, всероссийских фестивалей народного творчества «Родники России», традиционной культуры тюркского мира «Урмай-Залида», «Звучи российская глубинка», фестиваль детского фольклора «Перепелочка», всероссийских конкурсов мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь-мастеровая».